Самыми ходовыми у нас являются спиральные и планчатые катки. Вот спиральные катки, они предназначены для работы по чернозему, на песчанистых почвах. А, значит, планчатые катки предназначены для работы на каменистых типах почвы, на влажной почве. Вот. Соответственно, перед тем, как выбирать дисковую борну и каток, то обязательно надо смотреть, какая почва у вас. Также мы можем изготавливать и двойные катки. Вот. Они по опыту европейских производителей, естественно, скажем, лучше обрабатывают почву, лучше ее крошат. Ну, надо смотреть. Все зависит от почвы. И те, и другие катки у нас имеют хороший спрос и себя хорошо зарекомендовали. Не скажем так, что не будем говорить так, что какой-то каток лучше, какой-то хуже. Просто на каждый тип почвы нужно выбирать свой каток. В зависимости, конечно, от правильного выбора вы будете получать качественную обработку почвы.